Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.UA. Сегодня мы рассмотрим универсальную однодиновую автомобильную магнитолу от компании Celsior, модель CSW2004G, зеленой подсветкой. Поставляется в фирменной упаковке данная магнитола. Внутри у нас находится инструкция по эксплуатации, ключики для снятия магнитолы, также провода подключения акустики и питания со стандартным разъемом ISO. И сама магнитола. Магнитола небольшая по глубине, ввиду отсутствия CD-привода. Передняя панель не съемная. На передней панели кнопки управления, довольно-таки большой информативный дисплей. Два полноценных USB разъема, один для считывания информации, второй для подзарядки каких-либо мобильных устройств. Выходной ток 1 ампер выдает. Микрофон, разъем AUX и разъем под карты памяти microSD. Магнитола поставляется вместе с шахтой. Сзади у нас находится антенный разъем, две пары линейных выходов RCA или тюльпаны, предохранитель на 15 ампер и разъем для подключения акустики и питания. Магнитолу мы сейчас подключим на 12 вольт и пройдемся по ее функционалу. Подключаем магнитолу. В магнитоле подсветка зеленая, подсветка не меняется. Используется в данной магнитоле 5 режимов. Это режим радио, режим Bluetooth, режим USB, режим проигрывания через AUX и через карты памяти microSD. В режиме радио, как всегда, доступно 3 диапазона, FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. Отдельно выведена кнопка приглушения звука, что очень удобно. Переключение режимов, кнопка также. По настройке звука абсолютно все стандартно. Низкие и высокие частоты, баланс, фейдер. Включение-выключение объема низких частот load и также предустановленные эквалайзеры. При покупке на данную магнитолу обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.